Всем привет! Давайте разберем эту песню. Аккорды у нас всего 4, но они довольно сложно играются. В общем, поехали. Давайте сначала простую версию разберем, можно всю песню боем сыграть. Аккорды всего 4, ставим каподастер на третьем ладу. Аккорды будут D, M, F, A, M и G. Простая версия, вот играем аккордами. Можно полные аккорды, то есть вот так будет звучать. Поехали, давайте сначала легкую разберем версию. То есть мы ставим DM, но вот я первый раз поставил без первой струны, то есть первую струну сделала открытой. Дэм как ставится? На первой струне первый лад, на второй струне третий лад и на третьей струне второй лад. Да, либо с первой открытой. Ну, мне нравится с первой открытой, по-моему, поинтереснее звучит. Как раз чуть-чуть добавляет атмосферы. В общем, поставили Дэм и играем восьмерку. Восьмерка как играется? Вниз, 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 вверх. Вверх, вниз, 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 вверх. Так, давайте еще раз. Вниз, 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 вверх. Вверх, вниз, 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 вверх. Два раза мы играем этот бой. Ну, довольно быстро. Следующий аккорд F. Баре на первом ладу, на втором... Баре на первом ладу, на третьей струне второй лад, на четвертой и пятой струне третий лад. Бой один и тот же. АМ на второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. И G вообще можно вот так сыграть. На шестой струне зажать третий лад, пятую струну этим же пальцем заглушить и все. Тоже такой атмосферный аккорд, если первую DM играете с первой открытой, то и G может так же сыграть. И заново. Вот, это простая версия. Давайте теперь сложную разберем. Сейчас я ее сам вспомню. Итак, первый аккорд DM, но DM мы вот в таком виде зажимаем. Смотрите, зажимаем на шестой струне первый лад, на третьей струне второй лад. Можно и указательным, я вот привык уже большим пальцем зажимать, но можно и указательным, то есть это тоже реально будет. Соответственно, вы сначала, да, тут играется вторая струна сначала открытая, потом первый лад. Вы сначала баре приподнимаете, да, только на шестой струне первый лад выставляете, а потом баре ставите обратно. Ну, давайте, наверное, так буду показывать, все-таки так полегче, чем большим пальцем. Итак, зажали, да, на шестой струне первый лад, на третьей струне второй лад. Играем вторую, третью и шестую вместе, потом четвертую струну отдельно. Получается вот так. Идем дальше. Так, сейчас. Я, наверное, все-таки, ну, вы можете указательным играть, но чтобы я не запутался, это довольно сложная песня, буду большим зажимать. Thank you.
тогда я тебе быстренько еще раз, да, на третьей струне второй лад, на шестой струне первый лад. Вторую, третью, шестую вместе, потом четвертую отдельно. Теперь на второй струне зажимаем первый лад, играем первую струну, ну, так, на второй струне зажали первый лад и играем вторую струну отдельно. Давайте все склеим. То есть получается, вторая сначала открытая, да, играем вторую, третью, шестую вместе, четвертую отдельно. Теперь на второй струне первый лад отдельно играем. И теперь мы играем вторую, третью, шестую вместе. Получается вот так. Теперь мы играем вторую струну открытую отдельно. Да? Уже получится вот так. Теперь на четвертой струне зажимаем третий лад. Играем. На четвертой струне второй лад зажимаем. Играем четвертую и шестую вместе. Вот должно получиться вот так. Еще помедленнее. Сыграли, да, шестую и четвертую вместе. Теперь играем еще два раза четвертую струну, также второй лад. Да, ну так, там главное именно ритм выдержать, то есть там вот сыграли шестую и четвертую, потом небольшую паузу сделали и еще два раза сыграли. Получается вот так. Теперь на пятой струне играем третий лад. На четвертой струне играем 0, 2, 0. Получается вот так концовка. Это вот был весь аккорд ДМ. Давайте полностью его склеим. Вот все вместе должно получиться вот так. Следующий аккорд F. Да, ну, как я говорил, то есть можно вот так сыграть при помощи указательного пальца небольшого. Соответственно, F мы также играем. Довольно реально. Ну, поехали. Вот следующий аккорд F практически все то же самое играется. Он и также зажимается, да, ну, либо так, либо так. Нам нужно теперь зажать на шестой струне первый лад, на пятой и четвертой струне третий лад и на третьей струне второй лад. Вторую струну пока делаем также открытой. И играем практически то же самое. Итак, поехали. Да, вторая струна пока открытая. Играем вторую, третью и шестую вместе. Четвертую отдельно. Получается вот так. Теперь на второй струне первый лад зажимаем. Играем вторую струну отдельно. Потом вторую, третью, шестую вместе. Теперь вторую струну открытую отдельно. Да? Должно получиться вот так. Теперь на четвертой струне третий лад играем. Он уже зажат. Зажимаем на четвертой струне второй лад. Играем шестую и четвертую вместе. Потом еще раз четвертую два раза играем. Давайте склеим, должно получиться вот так. Теперь на пятой струне третий лад играем. Тоже уже зажат. И на четвертой струне играем 0,
Вот так. Мы чуть-чуть тут по-другому играем, вот смотрите. Ну, по-другому относительно ДМ. То есть вот сыграли, да, на пятой струне третий лад. Теперь играем четвертую открытую. Вбиваем на четвертой струне второй лад. Да, вот так. Чтобы он зазвучал. И в конце четвертую открытую. То есть вот получается вот так. Весь аккорд F получается вот так. Давайте два аккорда склеим. Так, сначала вот DM, да, с четвертой открытой. Сыграл с указательным пальцем, ничего, нормально. Идем дальше. Сейчас вспомню. А, так. Идет аккорд АМ и играем. Практически все то же самое, просто вместо шестой струны пятая. Ну, давайте быстренько разберем. То есть мы зажимаем на четвертой и третьей струне второй лад. Играем, да, вторая струна пока открытая. Играем вторую, третью и пятую вместе, четвертую отдельно. На второй струне первый лад зажимаем. Играем вторую струну отдельно, потом вторую, третью и пятую вместе. И вторую струну открытую отдельно. Должно получиться вот так. Теперь на четвертой струне играем третий лад. На четвертой струне играем второй лад вместе с пятой струной. Потом четвертую струну дергаем два раза. На пятой струне третий лад. На четвертой струне 0, 2, 0. Весь аккорд АМ должен получиться вот так. Ну и давайте три аккорда склеим. Следующий аккорд G. Достаточно зажать на шестой струне третий лад. Играем вторую, третью и шестую вместе, четвертую отдельно. На второй струне первый лад играем. Вторую, третью и шестую вместе. И потом вторую струну открытую отдельно. Да? Ну, схема такая же. То есть вот часть аккорда G должна получиться вот так. Теперь на четвертой струне зажимаем третий лад, играем. На четвертой струне второй лад играем вместе с шестой струной. Так, и тут чуть-чуть по-другому. Сейчас вспомню. Так, вот сыграли, да, шестую и четвертую струну второй лад вместе. Потом мы играем четвертую струну, третью струну открытую, потом четвертую струну открытую, и на пятой струне 3-2. Вот G весит, должен получиться вот так. Ставим АМ. Так, и в АМ тут мы играем... А, вот смотрите, еще G сейчас. Вот мы доиграли, да, на пятой струне второй лад.
И теперь мы ставим DM и играем сначала пятую струну открытую. То есть получается вот так. А, ну тут чуть-чуть другой бой сначала. Давайте, наверное, все четыре аккорда склеим, потому что довольно сложно играется. Так, это G, нет, ну вот, давайте еще раз. Уже начинаем вот таким боем играть. Итак, поехали, да? Вот в конце сыграли на G, на пятой струне 3-2. Ставим DM. В DM тут нам достаточно поставить на второй струне третий лад и на третьей струне второй лад. Играем пятую открытую. Так, сейчас. Сейчас, чтобы не соображу. Вот, да, то есть мы играем, смотрите, пятую открытую. Потом вверх-вниз, делаем паузу и играем вверх. Вот получается вот так. Потом это все DM. Мы играем, вот вместо пятой струны мы уже играем вниз, вверх, вниз, вверх. Да, вот получается вот так, G доиграли. Вот, да. То есть G доиграли, играем в DM пятую открытую, потом вверх, вниз, вверх. Теперь вниз, вверх, вниз, вверх. И все, все последующие аккорды мы этим боем играем. То есть вот ставим F, да, и играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Да, вот получается вот так. И так все последующие. Вот следующий АМ. И G также. Потом уже на этот бой переходим. Этот бой как играется? Вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, то же самое. Просто поактивнее, да? Вниз, вверх, 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 вниз, вверх. Просто поактивнее играем этот же бой. И следующий аккорд F то же самое. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Когда припев, мы можем опять играть вступление. Ну, тут уже может бой вставить, да? Ну, по идее, еще посложнее будет. Давайте попробуем тоже разобрать. Сейчас сам медленно попробую сыграть.
А, тут смотрите, тут мы играем то же самое все, только в ДМ не зажимаем вот первым аккорде на шестой струне первый лад. Просто играем с четвертой струной. Давайте попробую рассказать, что именно играю, чтобы полегче было. Итак, вот поставили, да, на третьей струне второй лад. Играем вторую, третью, четвертую вместе. И потом четвертую струну играем отдельно. Получается вот так. Да, вот я дернул. И потом руку как бы вверх поднимаю и дергаю четвертую струну. Получается вот так. Потом зажимаем на второй струне первый лад. Играем вниз. Так, сейчас. Давайте быстренько еще раз. То есть мы дергаем вторую, третью, четвертую вместе, да, вторая струна подка открытая, потом четвертую отдельно. Теперь на второй струне первый лад зажимаем. Играем вниз, вверх. Тут стараемся, кстати, первую струну не играть, когда вот играем боем. Вот вверх еле заметно, да, играем. Получается, вот так вот мы дернули, но второй струне первый лад зажали, сыграли вниз и потом очень аккуратно вверх. Теперь играем опять вниз. На второй струне 0 делаем, да, убираем палец и играем вверх. Должно получиться вот так. А, даже лучше знаете, как сыграть. Так и будет и более правильно. Дайте быстренько еще раз. Вторую, третью, четвертую вместе, потом четвертую отдельно. На второй струне первый лад зажали, сыграли вниз, вверх. Теперь играем вместе вторую, третью, четвертую. Вторую струну открытой делаем и играем вверх. Вот, да, получается вот так. Теперь на четвертой струне третий лад играем. Даже, нет, ну, смотрите, зажимаем на четвертой струне третий лад, играем вниз. На четвертой струне второй лад, играем вверх. Должно получиться вот так. И потом вниз, вверх, вниз. Вот все вместе, если склеить, должно получиться вот так. И в конце играем вот эту мелодию. То есть на пятой струне третий лад, на четвертой 0-2-0. Давайте еще раз весь ДМ медленно сыграем. То же самое аккорд F, только вместо четвертой струны шестую играем. Да, получается вот так. А вторая струна пока открытая. Играем вторую, третью, шестую вместе, четвертую отдельно. На четвертой струне, на второй струне первый лад зажимаем, играем вниз, вверх. Потом дергаем вместе вторую, третью, шестую. Вторую струну открытую вверх. Четвертую струну дергаем отдельно. То есть получается вот так.
четвертой струне второй лад зажимаем, играем. Да, вверх опять. Потом вниз, вверх, вниз. И опять эту мелодию. Только на пятой струне третий лад, на четвертой струне вот так 0-2-0 играем. Дайте два аккорда медленно сыграем. То же самое аккорд АМ. Давайте быстренько еще раз расскажу, может все-таки закрепится, потому что чувствую, немножко неправильно говорю, ну довольно сложно объяснить. Да, вот тут еще бас есть, вот давайте в АМ попробую хорошенько разобрать. То есть вторая струна пока открытая, да, играем вторую, третью, пятую, четвертую отдельно. Теперь на второй струне первый лад играем вниз, вверх. Потом вторую, третью, пятую вместе. Вторую струну открытую играем вверх. Да, должно получиться вот так. Теперь на четвертой струне третий лад играем. Потом на четвертой струне второй лад играем. Теперь вот дергаем пятую струну. То есть получается вот так. И вверх, вниз, вверх. Да, вот сыграли пятую, потом вверх, вниз, вверх. Вот должно получиться вот так. И опять мелодию на пятой струне третий лад, на четвертой 0-2-0. Ну и, соответственно, то же самое G. Ну или, да, или заново на круг, да, вот когда G доигрываете. Заново по кругу идет. Так, ну G. Ну, как бы то же самое играется. Ну, давайте тоже быстренько расскажу. Тут как бы легче, по-моему, суть уловить. Потому что так, ну, объясняю, чувствую, что там плохо объяснил, но постарайтесь именно вот повторить медленно, то есть я сыграю сейчас и попробуйте медленно повторить. Дайте G, последний аккорд остался. То есть мы играем вторую, третью, шестую вместе, четвертую отдельно. Теперь на второй струне первый лад. Играем вверх, сейчас, а нет, вниз. Дайте еще раз G, вторую, третью, шестую вместе, четвертую отдельно. Теперь на второй струне первый лад играем вниз, вверх. Потом вторую, третью, шестую вместе. Вторую струну открытую играем вверх. На четвертой струне третий лад. Потом на четвертой струне второй лад. Потом шестую отдельно, на четвертой струне два, третью открытую отдельно, четвертую открытую отдельно и на пятой струне три, два. И заново можно начать. Вот давайте попробуем медленно сыграть. Давайте еще раз. Thank you.
Ну, либо на куплет, да, переходим. Доигрываем G. Ну вот, вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.